На этой неделе мы побывали в женской колонии номер один в Новогришино, где руководство данного исправительного учреждения провело серьезную модернизацию местных производственных цехов. Использование труда заключенных в качестве воспитательной меры – это уже давно не в новинку. Но женская колония в Новогришино достаточно молодая, и несколько лет назад производство было здесь организовано буквально с нуля. Сколько вы уже отбыли? 3-4. И еще предстоит вам? Чуть больше года. Сюда пришли, уже что-то умели или... Да, у меня с воли разряд, я швея. А, уже профессионально? Да. Здесь очень легко адаптировать, да? Мне нравится шить, поэтому мне было намного легче, наверное, чем другим. Что-то здесь новое узнали для себя? Да, я села на новую машину, на плоскошок. Мне это очень понравилось, я стала работать. И какие-то новые виды продукции, да, научились делать? Конечно, трикотажная продукция, я с этим не сталкивалась. Было интересно. Режим работы не устаете? Нет, у нас 8-часовой рабочий день. Как обычно, да? Да. И сколько зарабатываете в месяц? 1012-15. Сделано за колючей проволокой. На этой швейной фабрике никогда не увольняют с работы. Потерять место за станком швеи могут лишь по самому долгожданному для них событию – досрочное освобождение. Сейчас этот швейный цех одевает на воле рабочих, делает обувь для отдыхающих, выпускает постельное белье и шторы. И к качеству товара, изготовленного за колючей проволокой, просто невозможно придраться. Это первый для вас срок? Нет. Не первый же, да? Нет. А как так получилось, что последний раз попали? Ошибка. Дала слабинку и получила то, что хотела. А чтобы ошибка не повторилась, как считаете, что надо делать? Какие у вас планы? Прикладывать свои старания, рвения. Работать, прежде всего, стабильность, чтобы не было никаких срывов. И все. Просто заинтересоваться жизнью. Она очень интересна. А семья есть у вас? Мама. Своей нет. Есть планы? Конечно. С 2012 года работает этот центр трудовой адаптации заключенных. Причем за последние годы производственные мощности здесь были увеличены в несколько раз. И модернизация еще не закончена, заверяет нас руководитель этого трудового центра. За счет чего такой рост? Прежде всего, колония постоянно ищет новых заказчиков. А за счет этого был значительно увеличен собственный сбыт. 2 числа мы уже выезжаем на ВДНХ, у нас там будет выставка, мы будем представлять свою продукцию. В основном наша продукция – спецодежда. Это будет по всей Московской области, не только область Московская, но по всей России. Эта выставка называется «Интерполитех. Безопасность». И мы не первый раз участвуем в этой выставке, не первый год даже, это начиная с 2016 года. Третий раз мы выезжаем туда. Для чего? Для того, чтобы показать, на что мы способны, получить дополнительные заказы на продукцию нашу. Заключаем там договора, дополнительные соглашения, увеличиваем объем производства. Эту колонию организовали еще до революции братья Рукавишниковы. Это была первая в России исправительная школа для беспризорников. В 21 году детдом был реорганизован в детскую трудовую колонию. Позднее здесь были организованы центральные авторемонтные мастерские, которые были открыты на месте существовавших колоний металлообрабатывающих производств. И уже в новейшее время в Новогришино была создана женская исправительная колония номер один УФСИН России по Московской области. Вы по какой статье попали и сколько уже отбыли? Статья 228. Отбыла здесь я уже 2,5 года. И сколько осталось? Осталось 3,5. Серьезно еще, да, срок? Да. Вы сюда пришли уже, были швеей или впервые здесь начали работать? Нет, швеей не была. То есть впервые. Тяжело было начинать? Учителя тут хорошие. Тут же я и отучилась на швею, получила диплом. Здесь как бы помогали, конечно же. Так, да, получается. И как планы дальнейшие? На воле работать что-ли? Пока, честно говоря, еще не знаю, но как бы возможно, все возможно. А семья есть у вас? Да, есть. Детей, к сожалению, пока нету. Как бы здесь же я вышла замуж в сентябре того года. Колония, 2018 года, да, вышла здесь замуж. А мама, папа у меня есть, сестра младшая. Они как бы ко мне приезжают, муж поддерживает. А кто супруг? Супруг, он живет в Щелково,
И как бы вот здесь мы решили, давай распишемся, давай. То есть вы раньше встречались, а здесь решили? Да, мы раньше встречались, прожили с ним 2 года. То есть как бы сейчас уже 2,5 года есть, уже получается мы 4,5 года вместе. Вот, и здесь как бы мы расписались. Производство за колючей проволокой – это специфическое предприятие, имеющее свои особенности. Произведенную осужденными продукцию сам центр не продает. Здесь оказывают исключительно пошивочные услуги. Заказчик дает сырье, лекало, местные мастерицы шьют и отдают готовую продукцию заказчику. Услуги центр предоставляет по бюджетным ценам, потому что перед руководством колонии стоит задача не заработать на осужденных, а помочь их перевоспитанию через регулярный и честный труд. Но за качеством своей продукции в Икшанской женской колонии следят со всей строгостью режимного объекта. Вы еще и мисс ИК, да? Да, в 2018 году, 17 декабря, я стала мисс ИК-1 этой колонии. Тяжелый конкурс был? Как конкуренты? Конкурс на самом деле был нелегкий. У нас было 6 участниц. Здесь же мне шили платья. Здесь было пошито 2 совершенно необычайных красивых платья. Пышная юбка, утянутый корсет. То есть, ну, здесь же сделали прическу, также мейкап. И как бы также, ну, помогали мне, то есть все меня поддерживали. И вот стала я мисс ИК-1 2016 года. Конкуренция жесткая была? Ну, так сказать, непростая конкуренция была. А за счет чего победили? Ну, кроме платья. Там, ну, там разные были конкурсы, то есть помимо ленточки мисс ИК, там еще была мисс дискотека. Также мы там производили рассказ о себе, то есть каждый рассказывал о себе. Ну вот, ставили оценки, пятерки, плюс. Раньше в швейный цех набирали тех, кто хотя бы умел иголку в руках держать. Сейчас, прежде чем попасть в рабочий отряд, нужно несколько месяцев выучиться шить, вязать, вышивать и клеить. Полученный диплом на полке долго не пылится. После учебы они выбирают место работы, набирают стаж и усердно трудятся. Хорошая работа за колючей проволокой поощряется не только зарплатой. Примерное поведение за рабочим столом дает реальный шанс раньше выйти на волю. Какие специальности есть, какие новые? Ну вот на сегодняшний день у нас специальности швея, на укладчик-упаковщик, уборщик служебных и производственных служебных помещений и комплектовщик материала кроя изделий. Вот, швея у нас уже в этом году 5-месячные курсы отучили, выпустили группу, и укладчики-упаковщики. На сегодняшний день у нас сейчас уборщики производственных и служебных помещений находятся на практике, а укладчики-упаковщики начали с 18 числа обучение по программе укладчик-упаковщик швейных изделий. А вот швея максимально какая квалификация? 5-месячное образование, 3-й разряд. 2-й, 3-й разряд. За все время работы швейного производства колония не получила ни одного нарекания по качеству продукции. Тут есть один момент. Большинство осужденных – это не раз побывавшие за решеткой женщины, и многие из них до Икшанской колонии успели отбыть срок в одной из мордовских женских колоний. А там традиции швейного производства очень серьезные. В Мордовии швеи получают 4-й разряд, и в Икшанскую колонию приходят уже скоростницы. Трудолюбивые, предельно дотошные к качеству своего продукта, мастера с богатым не только уголовным, но и производственным опытом. Мы открыли новые производства по сборке вентиляционных хомутов. Там у нас трудоустроено 6 человек. Так, по сборке индикаторов магнитного поля тоже 8 человек у нас трудоустроено. Расширяем также объемы по пошиву спецодежды. Заключен договор «Планета Сириус». Очень большие объемы. И как бы заключены 8 договоров с коммерческими организациями. Объем производства увеличился до 30 миллионов в год. Прибыль вот за прошедший год у нас составила 6 миллионов. Зарплата у нас в среднем не ниже минимального размер оплаты труда, смотря какая продукция. Зарплата даже доходит до 30 тысяч рублей у осужденных. Это, можно сказать, убольно. Такой зарплаты нет, да, как у наших осужденных.
В России сегодня находится более 700 тысяч человек в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Из них около 59 тысяч – женщины. И в последние годы число преступлений, совершаемых женщинами, растет. Однако шанс начать новую жизнь есть у всех. И кто по-настоящему этого хочет, тот этого достигает. Только вот на свободе начать новую жизнь гораздо сложнее, чем за решеткой.